О, после первой не закусываем. А, хороша водочка пошла. Пьем водку стаканами, 40 градусов. Вот видео доказательство, видите, девушка тоже пьет из граненого стакана водку. Ну как водочка, девушка? Хороша, да? Хорошо пошла, да? Да. А, ну аппетит хорошо поднимает, иначе мы тунца не съедим, если водки не выпьем. После вкусного обеда мы отдохнули на море и решили посмотреть закат на острове Баракай. Вот солнце коснулось моря. И оно сейчас растает, как мороженое на сковороде. Вот здесь мы будем есть. А вот наш отель, в котором мы живем. 20 секунд ходьбы. Света, а мы в каком ресторане сегодня? Вот, тут можно по планшету выбирать себе меню. По-русски есть, кстати. А можно выбирать вот так. На любой вкус и цвет. Изучаем меню. Может, кому-то пригодится. Нам порекомендовали это место. Очень, говорят, классное, вкусное. Соотношение цена-качество отличное. Сейчас испытаем, испробуем и все вам потом расскажем. Что это значит шампунь? Шампунь. Вот, пожалуй, и все. Это наша команда, которая будет сегодня кушать. Привет, Олег! Мы готовы сегодня все съесть. Все? Все, да. Он у нас сегодня банкует. Короче, два пацана и три девушки. Вот. Он всех угощает. А меня просто как друга, по-дружески. О, это наш бар. Обстановка вокруг красивая. Hello! Это вид на улицу. И вот народ. Сейчас буду вот супы я ни разу не ел, мне кажется, должно быть вкусно. А вот эти вот мои очень. Вот, вот эти я очень люблю. Это что такое? Да, вот этот, который я показывал. Потом вот эти вот роллы очень вкусные с тунцом. То есть, знаете, как аперитив. Это соус, это не суп. А вот это есть надо, да? Они вкусные, да. Я вот их постоянно ел. Но она такая легкая. А что это там? Тунец. А, тоже тунец, да. Это тоже с тунцом, да, что-то? Да. Это вот очень вкусно, но они как закуска. Да, вот сладенькие, но вкусно. Я вот попробую так вот со стеклом. Олег, это вы водку пьете? Для смелости. Куда же, стаканами. Куда же что-то смелость? Дезинфекция, да. Все верно, девушки, подметили. Это наш самый лучший гид. На Баракай, да. Тур по ресторанам, барам. Обращайтесь к Олегу. Он вам все расскажет, покажет. Приезжайте в гости на Баракай, мы всегда здесь. Будем кушать, веселиться, развлекаться. Да? Конечно. Сейчас будем заказывать. Выбрали? Давайте закажем, я пойду. Готовлю.
что там свет выбрала? Вот я вот этот тунец и вот эту кашку. О, ты тунца выбрала? Да. А есть это такой, чтобы салатик сбит? О, да, да. Наш друг пришел, он сейчас будет нас угощать. А ты что будешь? А я не знаю даже, чем буду. А ты другого тогда тунца закажешь, с яйцом который. Оценим, что лучше. Я буду вот этого, а он того тунца. А вы ему покажите просто. Покажи, что мы будем. А ему он хочет, а я какой мы там заказали-то? А, с тунцом и с яйцами. Туна панде сол. А, вот это, вот да? Вот это, да. А мы здесь после первой не закусываем. А, хороша водочка пошла. Пьем водку стаканами, 40 градусов. Мы русские привыкли водку стаканами пить. Где вы еще водку в граненых стаканах попьете? Мы все так пьем. Вот видео доказательство, видите, девушка тоже пьет из граненого стакана водку. Ну как водочка, девушка? Хороша, да? Хорошо пошла, да? Да. Оно аппетит хорошо поднимает, иначе мы тунца не съедим, если водку не выпьем. Смотрите, тут все на русском, но я думаю, тут все будет вкусно. А, видите, здесь смеси, причем очень, очень классно. Манго, курма, клубничный манго, базилик. Курма. Все. Ой, вот такое я хочу. А ты клубничный будешь? Или вот кокос, да? Что ты будешь? Кокос не хочу. Или манго, или клубника возьмем. Давай манго и клубник возьмем, попробуем друг у друга. Да. А где он? Он еще подойдет? Нет, Лиза. А вы что, девушка, заказали из коктейля? Нам коктейли принесли. Это клубничный, это манговый. И трубки железные. Необычно. Заметила? Кстати, да, трубки подлезают. Металлические. Металлические трубки. Из нержавейки, я так понимаю. Ну и как манговый сок? Хороший? По крайней мере, необычный. Необычный. А у меня вот клубничный. Махнемся соками. Теперь я буду манго пить. Тебя вкуснее.
не выбираю. А, какой молодец. А там они положили против А, вкусный. Вот мы молодцы, сок пьем. Здоровый образ жизни ведем, а девушка все водочку пьет. Второй бокал. Железные трубки, да. А это два одинаковых блюда, по-моему, да? Да. А как блюдо называется? Товарищ гид не помнит, сейчас он найдет. Когда я выучу все это меню, приходите. Сквид терсиадо. Вау. По-моему, это не свет. Или свет, или нет. Короче, его. Класс. Нет, наверное. Не вот знаю. Еще одно блюдо. Давайте дождем, когда случится. Ну да, наверное, капуста, да. Капуста, яйцо, перловка, по-моему, да? У нас с тобой должно было быть одинаковое, да? Нет, у меня, по-моему, чуть-чуть другое будет блюдо. Нет, у нас одинаковое должно быть вместе. Дело в том, что вот эти вот, это вот, кажется, это у меня. Значит, можно и правда. Она подождет, когда мне принесут. Так, еще стакан водочки. Еще немного подождем, повторим и продолжим. У нас самое крутое блюдо и самое большое. Вот мы с девушкой заказали самых два крутых блюда, видите? Какие порции огромные. У Светы в два раза меньше, у девушки и у гида совсем мало. Я не знаю, он, скорее всего, не наестся. Там размазали, просто большая тарелка. Не размазали. Не размазали, у нас все плотно наложено. В детском саду. А, класс. Сейчас будем все это должны съесть и еще добавки попросить. Цена, то, что мы на пятерых покушали. Вот, 276. Что-то еще какое-то продолжение есть, не знаю. После вкусного обеда мы отдохнули на море и решили посмотреть закат на острове Баракай. Солнце еще не садится. Но погода сегодня просто... Можно сказать, идеальное. Небо идеально чистое. И туч нету нигде. Даже на Панае нету. Остров Панай. И там, видите, идеальное чистое небо. А раньше там всегда тучи были. Многие люди сейчас отправляются на парусниках встречать закат солнца. Это мы в самое тусовочное место забрались, где на где-то уже, наверное, больше вторая станция, и здесь как раз парусники отходят, и вы можете сплавать на паруснике, встретить закат солнца. О, какие супер большие лежаки, классные. Да,
Загрузка парусников продолжается до сих пор. О, смотрите, самолет, кстати. Вот солнце коснулось моря. И оно сейчас растает, как мороженое на сковороде. В следующей серии мы с вами отправимся на экскурсию «Остров Таблос». Там будет несколько серий. Не знаю, сколько получится по монтажу, но все они будут интересны, увлекательны. Рекомендую посмотреть. Кому понравился наш обед в классном, вкусном ресторане «Остров Баракай», который находится возле нашего отеля. Отель называется «Алоха Баракай Отель». Если кому интересно посмотреть видео про отель, номер, завтрак, как нас кормят в этом отеле, смотрите моих предыдущих видео. Подписывайтесь на мой авторский канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Когда подпишите, нажимайте колокольчик, вам будет приходить уведомление о моих новых интересных видео. Делитесь в социальных сетях, просите ваших друзей, чтобы они поделились в социальных сетях. Так вы поможете моему авторскому каналу YouTube лучше развиваться. Вам хорошо, мне хорошо. Всем до новых встреч!